что такое кольцо целых периодических чисел и что такое его поле частных, а именно поле периодических чисел. Какие есть варианты? 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Любой простое число. На самом деле, периодические числа можно строить и в более общей ситуации. Ну, сейчас будет видно, в каком случае. В случае, если у вас удается ввести так называемое периодическое нормирование. Давайте я объясню, что это такое. Вот когда у вас есть какое-то число, ну, например, число 192, то его можно разложить на множитель. Это очень легко. Это 2 умножить на 96, то есть 2 в квадрате умножить на 48. Так, 48 это вообще 16 на 2. Поэтому это будет 2 в шестой степени умножить на 3. Так вот, давайте договоримся, что 2 одической нормы числа 192 мы с вами будем называть число 2 в минус шестой степени. 3 одической нормы числа 192 мы будем называть, соответственно, тройку. Здесь не обязательно написать число 2, можно было написать любое фиксированное число, которое больше единицы, и все равно получилось норма. Но для простоты, чтобы не путаться, давайте просто так писать. И общее определение такое. Если у вас есть любое целое число n, то, кстати, если отрицательное, то это ни на что не влияет, то мы возводим p. Степень минус k. Где? Что такое k? K это такое число, что n делится на p в степени k, но n не делится на p в степени k. То есть, когда вы разлагаете число n на простые множители, то вы, как сказать, выделяете ту часть, где есть простое число p. А все остальное просто забываете. И, соответственно, по большинству простых чисел периодическая норма равна единице. Вот представьте себе, что если n не делится на p, то периодическая норма просто-напросто равна единице. Оказывается, это способ измерять расстояние между числами. Каким главным свойством обладает расстояние? Ну, не так много этих, называется аксиомами физического пространства. Расстояние от точки до себя – это ноль. Расстояние между точками симметрично, то есть от А до В – это то же самое, что от В до А. И самое главное – неравенство треугольника. Если у вас есть три точки, А и Б, С – все целые числа, то должно быть, для того, чтобы мы это называли расстоянием, обязательно вот такое неравенство. Называется неравенство треугольника. Оказывается, для периодических чисел верно даже более сильное неравенство. Сильное неравенство треугольника. То есть это верно, но верно даже то, что я сейчас напишу. Понимаете, такое? Если вы возьмете числа расстояние от А до Б и расстояние от Б до С, то хотя бы одно из них не меньше, чем расстояние от А до С. Это вообще на первом взгляд неожиданно, что вот смотрите, вы берете на плоскости треугольника с сторонами, скажем, вот здесь 3, здесь
3, здесь 5. Это условно, я не знаю, как это выглядит, на самом деле, 3, 5, но что-то вот это. Нормально. А вот оказывается, для поэтических чисел такого не бывает. Вы не можете пройти некоторое расстояние, потом пройти не большее расстояние, и в результате вместе пройти больше. Из маленьких кусочков невозможно сложить большой. Вот доказать это крайне просто. Доказать это неравенство крайне просто, я это сейчас сделаю. Но привыкнуть достаточно сложно. Потому что мы с вами привыкли, что для того, чтобы пройти какое-то расстояние, надо пройти шаг, еще шаг, еще шаг. Так миллион шагов получится, получится большое расстояние. А для поэтических чисел нет такого. Это совсем другая конструкция. Давайте посмотрим, собственно говоря, что здесь от нас просят доказать. Вот у нас есть числа а и b. Представьте себе, что вот это число a минус c это на самом деле b в какой-то там степени. В степени минус c. Что это значит по определению? Это значит, что а минус c делится на b в степени 9, и при этом а минус c не делится на b в степени 9 плюс 1. Отлично. Отлично. Ну, что значит, что расстояние между двумя числами такое b в степени 9? Теперь представьте себе, что это неравенство будет неверно. Что значит неверно? Это значит, что здесь будет такой знак. То есть, а минус b, поэтическое, будет меньше, чем b в степени минус b. А что значит меньше, чем b в степени минус b? Это значит меньше или равно вот это. А что значит меньше или равно вот это? Это значит, что а минус b будет делиться на b в степени n плюс 1. Но кроме а минус b у нас там еще и b минус c есть. Точно так же получится, что b минус c тоже делится на b в степени n плюс 1. Отлично. Теперь смотрим. А минус b делится на b в степени n плюс 1. B минус c делится на b в степени n. Значит, а минус c что делает? Делится. Но у нас вот тут написано, что не делится. Сумма делящихся на b плюс первых чисел не может быть такой. Если делится, делится, то сумма, то а минус c тоже не делится. Здесь написано, что не делится. Вот я доказал сильное неравенство. Оказывается, поэтическое расстояние обладает такими свойствами. Между прочим, из этого следует, что все треугольники в поэтических числах равнобедренны. Понимаете почему? Вот представьте себе, у вас был бы неравнобедренный треугольник. Ну, рассмотрим наибольшую сторону. Да. Рассмотрим наибольшую сторону. Вот эта сторона поменьше, там еще побольше. Будет ужас, потому что это сильно неравенство будет верно. То есть все треугольники являются такими. А теперь смотрите. Значит, у меня есть что у меня есть? Целые числа. Я между целыми числами умею измерять поэтическое расстояние. Здесь в патриотике главное это. Потому что если вы поймете идею, то на самом деле никаких, что называется, то есть поэтические числа, это вот что такое. Это значит, мы посмотрим сравнение по модулю, скажем, если берем 5, по модулю 5, а потом по модулю 25, а потом по модулю 125, а потом 625, а потом 3125 и так далее. Вот в этом и слове «и так далее» и есть вся идея поэтических. Я сейчас попытаюсь вам нарисовать
как выглядят периодические числа, когда P равно 2, то числа бывают. Смотрите, как их рисовать? Вдоль прямой 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, минус 3. Неправильно. На самом деле рисовать периодические числа, когда P равно 2, надо следующим способом. Числа бывают четные, а бывают какие? Нечетные. Значит, надо нарисовать число 0 и надо нарисовать число 1. А вот дальше от числа 0 у нас идут числа, которые делятся на 4. И дальше что? Не делится. Делится на 4, а это 4. И не делится на 4, это 2. Дает остаток 1 при делении на 4. И что еще дает? 3. 3. Слушайте. А я ведь так могу и дальше делать. Сейчас будет призабавная штука. Я расскажу вам некоторый способ записи обычных целых чисел. Называется двоадическая запись. Оставьте это деление на 4. А на следующем уроке будет кто? 8. Оставьте это деление на 8. Замечательно. Какие бывают оставки от деления на 8? 0, 4. Что еще бывает? Идея понятна? Да. Замечательно. А дальше что пойдет? 16. Да, кстати, чтобы уж стало совсем красиво, давайте я здесь напишу самый верхний ноль. А дальше пойдут остатки от деления на 16. Как-то это надо все-таки превращать в какую-то схему, которая будет работать для любого простого числа P. Если внимательно посмотрите туда, станет абсолютно понятно, что нужно сделать. Надо, когда нам дали любое целое число, сначала написать остаток от деления на P. Все запомнили, что такое количество норм? Могу к этому больше обращаться? Да? Запомнил, ты тоже запомнил. Хорошо. Теперь следующая вещь. Что такое магическое, древнее? Совсем просто. Если нам дали число, то ему соответствует бесконечное выражение вот такого вида. При этом каждое из чисел, а нулевое, а первое, а второе и так далее, это из множества от нуля до нуля. Давайте, например, напишем число 192 в двоичной, троичной, пятеричной системе. То есть 2, 3, 5. Итак, в Z2, в Z5 и Z3 и Z5. Число 192. Смотрите, что это такое в Z2. Остаток 0. И у нас осталось число 96. Остаток 0. И у нас осталось 48. Остаток 0. И у нас осталось 24. Остаток 0. И у нас осталось 12. Остаток 0. И у нас осталось 6. Остаток 0. И у нас осталось 3. А еще? Что там еще? Ну, 1, 0. А еще 2 в 6 и 2 в 7. Ну, ребята, это вообще правда. 64 плюс 128 это действительно 100. Смотрите, это ничем не отличается от обычной двоичной системы исчисления. Единственное, разряды почему-то пишут в
То есть в двоичной системе мы будем писать так. 1-1, то есть это нужно. А здесь пишут почему-то в другом порядке. Это соответствует тому, что в некотором смысле степени двойки стремятся к нулю. Даже не в некотором, а в точном смысле. И смотрите, чему равна двоичная норма числа 2 в степени n? По определению это 2 в степени минус. Поэтому вот это число в кольце 2-х чисел маленькое. Понятно дело? То есть сначала мы берем большие числа, меньше, меньше, меньше. Замечательно. Ладно, уж обещал, обещал. 192 на 3 делится. Да. Замечательно. Какое получается частное? Легко. 64, конечно. Поэтому это 0 плюс 64 умножить на. Ну, давайте, собственно, то есть осталось расписать число 64. 64 это на самом деле единица плюс 63. Значит, осталось расписать число 21. 21 на 3 делится. Осталось расписать число 7. 7 это 1 плюс 6. Осталось расписать число 2. Так, давайте проверим. Это 3 плюс 27 плюс 2 раза 81, то есть 162. Так, да, 162. Отлично. Теперь распишем в z5. 192. Какой дает остаток делить на 5? Теперь надо 190 разделить на 5. Получится 38. Вот, надо теперь расписать 38. Это будет 3, и осталось 30, осталось 7 расписать. Это 2 умножить на 5 в квадрате и 1 умножить на 5 в кубе. Господа, смотрите, что это такое. Это 2, 15, 50 и 125. Так, 67 и 125, 192, я не ошибаюсь. То есть, если числа положительные, то их периодическая запись ничем не отличается от записи просто в системе счисления по этому простому основанию, за тем исключением, что пишут ее в привычном порядке. Ну, в конце концов, какая разница, в каком порядке писать? Пока что ничего принципиально не изменилось. А вот если взять число отрицательное, то ситуация мгновенно изменилась. Как число минус 1 записать во всех этих замечательных поисках? Итак, у нас есть число минус 1. Как считаете? Как мы его можем расписать там, в z2? Единица. Единица? Молодец. Конечно, единица. Единица, потому что число минус 1 ничего. Значит, осталось написать минус 2. Но поскольку мы пишем умножить на 2, то на самом деле осталось написать минус 1. А значит, надо написать единицу и 2 в квадрате, 2 в кубе. В кольце 2 отеческих чисел потрясающие вещи. Минус 1 – это 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс 16. Хорошо. Давайте посмотрим, как записывается наше замечательное число минус 192. Смотрите, начальный ряд нулей выглядит ровно так же. Поэтому я его переписываю
вот давайте я сделаю так, я объясню вам, что у нас в этот момент на самом деле происходит. Здесь у нас написано, что минус 192. Это минус 2 в 6, минус 2 в 7. Я сейчас написал с плюсом 2 в 6. Значит, что осталось? Осталось число минус 2 в 7, минус 2 в 7, то есть минус 2 в 8. Замечательно. Здесь я пишу 0 умножить на 2 в 7. И дальше я должен написать минус 1 умножить на 2 в 8. Минус 1 умножить на 2 в 8. А минус 1 я, кстати, умею. Ребята, это будет 2 в 8, 2 в 9, 2 в 10 и так далее. Отрицательные числа имеют неожиданное представление. Они записываются в виде бесконечного ряда. Ну, на самом деле, не такой уж и страшный ряд, он периодический. Вот. Но, с другой стороны, согласитесь, что это неожиданно. Мы поняли, что отрицательные целые числа имеют периодический. Но при этом, ну, я не буду сейчас доказывать, это чуть-чуть, но это очень легко, из-за того, что числа там считаются не очень большими, поэтому это обязательно зациклится. В общем, подумайте, это несложно доказать, что на самом деле там обязательно зациклится. Я другое. Давайте мы сейчас возьмем какую-нибудь интересную периодическую последовательность. Ну, например, такую. Например, в 2 есть в числах. Например, такую. 1 плюс 4 плюс 16 плюс 64, 256 и так далее, и так далее. Как вы считаете, что это за число? Можете вы понять? Какому числу естественно его сопоставить? Да? Какому? 3. Минус 1 вторая? Смотрите, минус 1 вторая проще всего представить так. Надо взять вот это, каждый член поделить на 2. Если мы хотим, чтобы выполнялись естественные законы, то минус 1 вторая требует такой записи. 1 вторая плюс 1 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 4 и так далее. Нет, 1, это вообще 1 вторая это число, у которого знаменатель делится на 2. Что называется, ничего хорошего. Нет, все не так. Давайте подумаем. Минус 2, да. Что? Минус 2, нет. Минус 9. Ну, это же у нас минус 1 умножить на 2 в 4, у нас справа написано. Еще прибавить 1. Слушайте, а давайте мы возьмем. И сделаем так, обозначим это число в x. Прямо так напишем x. А потом скажем, что это 1 плюс 4 x. Вы согласны? Ну как, это же, если есть число в x, это будет x. А это уравнение мы умеем решать. 3x равняется минус 1. Значит, x это что такое? Это минус 1 треть. Ребята, оказывается, все числа, все рациональные числа делить на m, где m не делится на p. Все такие числа являются целыми p-одиническими числами. Давайте я определение не скажу. Любой вот такой вот объект, такой вот ряд, где число a это 0 минус 1, вот такой бесконечный ряд, называют целое p-одиническое число. Заметьте, пожалуйста, у нас независимо друг от друга вот эти вот a0, a1, a2 и так далее.
далее, пробегают множество от нуля до минус n. Поэтому на самом деле поэтических чисел их тоже континуум. Ну, для тех, кто знает, что такое мощность континуума, вот я уже это говорю, да, вот их столько же, сколько вещественных чисел. Это множество несчетное. А вот, ну, не буду объяснять сейчас, кто знает, кто знает, кто не знает, полезно узнать, что такое мощность. Вот, ну, сейчас не ко времени. Вот, но важно понимать, что целые поэтические числа оказывается внутри себя содержат все дроби, у которых знаменатель не делится на b. Давайте, собственно говоря, мы это докажем. Для того, чтобы это доказать, нужно просто научиться делить одно число на другое. То есть нужно объяснить, почему. Вот если у нас а нулевое – это 0, то такое число необратимо. А если а нулевое – не 0, то есть любое из чисел, то оказывается, единица делить на него – это тоже целое поэтическое число. А для того, чтобы вам было понятнее, просто сейчас объясню, ну, на конкретном примере, как делят b-количество чисел. Ребят, смотрите, представьте себе, что мне нужно поделить, так, ну, давайте скажем, b равно 5, и мне нужно какой-нибудь там. Давайте, я утверждаю, что существует, причем единственное, такое целое пятиодическое число, что когда вы их перемножите, то получится единица. То есть я сейчас просто объясню, как делят. Смотрите, вот если не обращать внимания на большую степень пятерки, а смотреть только на остаток от деления на 5. Как вы считаете, вас будет интересовать вот это? Совершенно нет. Вас будет интересовать тройка и вот это b нулевое. И их произведение должно давать остаток 1 при делении на 5. На что надо умножить тройку, чтобы остаток был? На 2, конечно. Поэтому я стираю, пишу сюда число 2. Теперь я умножаю, но уже смотрю только на остатки отделения на 25. То есть вот это все я игнорирую, это все игнорирую. Меня интересует следующее множество. Что будет, когда умножаешь 3 на b1, пишу 3b1, надо на 5 сократить. 3b1 сравнимо с минус единицей по модулю, уже 5. Так, на что надо умножить? 3. На число от 0 до 4. 3. Чтобы получилось минус n. 3, 9. На 3. Отлично. Значит, я сюда пишу. Ребята, заметьте, пожалуйста. Каждый раз я буду смотреть следующую степень. То есть вот только что я посмотрел по модулю 2 в квадрате, сейчас я посмотрю по модулю 2 в кубе. Что значит посмотреть по модулю 2 в кубе? Это значит вот это вот все игнорировать. И надо здесь умножать. Что будет? 3b2 умножить на 5 в квадрате. Так. 45. А? Плюс 45. Плюс 6. К счастью, здесь 0. Спасибо вам за это. Вот так. И вот здесь вот еще, да? Плюс 4 умножить на 5 в квадрате. Должна быть опять-таки единица, но уже по модулю 125. Ой. Хорошо. Здесь 51, здесь у нас с вами 100. Значит, буду
будет 151, значит, будет минус 150. Будет минус 150. 3b² умножить на 5 в квадрате. Это по модулю 125. На 25 делю. 3b². Так, на 25 делю, это будет сколько? Это будет, по-моему, минус 6, правда? Это будет минус 6. По-моему, 5. На, видно, что b2 это минус 2, по-моему, 5, b2 это 3. Ребята, если честно, мне немножко надоело. Мне кажется, что любой из вас, если подумает, то поймет, в чем здесь основной механизм. Основной механизм здесь в том, что по любому простому модулю, если у вас есть не делящееся на простой модуль число, вот смотрите, вот этот вот тройка делится, то каждый раз во время таких вычислений у вас будет возникать сравнение по модулю 5, и оно будет благополучно решено. Потому что сравнение вида 3х сравнимо с нулем, с единицей, двойкой, тройкой, четверкой по модулю 5 имеет решение. И так всегда для любого простого числа p у вас всегда решение.